Ага, пойдем. Есть от винта. Я вас бы встретил, может быть, тут, понимаешь? Там бы в Москве показал что-то. Это хобби у меня. Кубик неправильно был сделан. Ну и что? Сегодня он переделал. Не раскручивает он. А, еще не это. Да. Что он сказал, у него на сухом 25 тысяч платят? Да, что-то мало. Что-то мало. Поэтому и падает, наверное. У нас 40, и то... И то не сухой, да? Да, не сухой, и не хотят работать. 60 просят. Пошел взлет. Взлетик, да. Он первый раз самостоятельно пошел. А? Без инструктора. Где он тут? Потом будет носить. А, он правее доверните. Да, 4 подъема сделаны. Сейчас перерыв. Нет, ну-ка. Да без проблем, давай. А зум-то тут есть? Есть. Поближе надо, значит. Ресурс, естественно, маленький, но легко заменить поршневой. Да. Просто выписываешь из Японии или из Америки и все. Да.
А бензин у него под сиденьями, да? Да, это опасно. Не стоит так делать. Вот у нас все аварии на РАФах, которые происходили в России, вот из-за этого, сука, бензина. У нас в бензин что угодно тебе вольют. Он разъедает просто. И сейчас в Нижнем Новгороде кресло, бак, потек. Ваньков продал. И проблема. А где тогда лучше размещать? Ой, металлический лучше всего. Там возле двигателя. Можно по сиденьям, но металлический только. А, ну да. Не надо это самое мудрить. Нет, стараемся не летать. Я просто на лыжах видел. Это этот, Юра Корнеев летает. А в Воскресенске тоже на лыжах не летает. На колесах, там чистят. У них 400 метров, что ли. Давай, да, под него, потом. Подожди, они выйдут отдохнуть. Ну что, с первым самостоятельным? Без всяких инструкторов? Ух ты, очки упали. Поздравляем. Давай, поздравляем тебя, конечно. Это действительно. Ребята. Нет, хорошо. Да, молодцы. И здорово. Серенько сел, наверное. Здорово, Володя, здорово. Он же записал.